настолько много пионеров. Этот называется «Бабьяга в шоке». Волосы растрепались. Блин, Денис зашел домой, там ему кое-что надо забрать. Я до КБ дошла. Сейчас покажу. Набрала две коробки. Пошла за сигаретами и за сметаной. Потом покажу, что купила. У него абонент не абонент, как обычно. Не знаю, сейчас придется опять их брать и идти, наверное, до подъезда. Сколько я здесь буду стоять? Он говорит, ну ты придешь, приду. Угу. Я-то пришла. Ладно, сейчас попру. Блин, получается, буду нести просто так. Туда-сюда. Поднялась. Вот, короче, еще у меня на башке. Капец. Он все еще ищет документы. Это пришлось все с собой брать. Блин, капец. Ладно, сейчас поищу. Попробую поискать вместе с ним. Смотрите, какая картина. Галерея. Я его жду. Еще бы сколько ждала бы, сидит, ковыряется. Не нашел? Что-то нашел. Но все равно с ним все. Смотрите, еще какая картина. Вот этот мне нравится. Я люблю такие картины. В деревенском стиле. Здесь у них вот такая. Это, знаете, это вот эти вот камушки. Здесь вот так. И вот еще тоже красота. Говорю, картинная галерея. Здесь вот эта картина. Там Денис. Это про его мамку там что-то писали. Она тоже на железке работала. Какое-то благодарственное письмо. Афанасьеву Денису Владимировичу. Ого. Что-то сколько висело, ни разу не читала. 2003 года. В общем, вот так вот. Что нашла? Это Лиза рисовала. Она любит открытки сама рисовать. Правда, тут я не знаю, что за ребенок наклеенный. Не знаю, в каком году. А здесь просто она написала поздравление. Такая вот она у нас затейница. Антошка. Это я раньше, когда фотошопом занималась, нафотошопила. Поставлю здесь. Она у него стояла у дедушки. А вот еще. Это Лиза. У меня дома много, кстати, фотографий. Можно посмотреть как-нибудь. Очень красиво делали, что в саду, что в колледже. Ой, в колледже. В гимназии. Пол скрипит. Грузили в багажник эти коробки. Я думала, если сюда поставим, покажу. Ну, блин, жарко, душно, неудобно. Не буду я крутиться. А сейчас приедем на дачу, покажу, что купили. Ну, так, все нужное купили, короче. Стоп. Наконец-то мы приехали, выгрузились. Ну, яйца это мы из дома взяли, которые брали в КБ. Помните, я вам говорила, по 47 рублей, да? Масло тоже из дома. Суши убирают, наверное, в морозилку там или куда. Взяли детям вот такой вот Грант Эрмигун, Эрман. А мы такой вроде брали, да, Лиз? Какой-то другой вкус, нет? Этот вот мечта единорога. Здесь вот другие вкусы. Такое взяли, забирай. Да, плакать и складывать. Что, много яиц, да? Ну нет, у нас не почти, я сварила, там чуть осталось, а это свекровь. Примерно, по-моему, 50. А, ну понятно, мы не знали просто, это у меня мамочка пришла, я ее не буду показывать, она не любительница. Смотрите, в КБ покупали, значит, вот такие здесь вот фисташки, мы до этого купили фисташки, да нет, ты мне не мешаешь, я только вот это сниму и все, не уходи. Они очень вкусные, ни одной не пустой, ни там какой-то затхлые или еще какие там бывают. Нет, вот сейчас в этот раз мы взяли штук 6, что ли, я их взяла. Они стоили по 59 или 58 мы брали, а сейчас приехали они по 51 рублю. То есть, да, как-то почему-то. Я поэтому взяла сколько там? 5. А вот еще. А, это кешью. 5 штук. Кешью 4. Тоже очень вкусные. Кешью чуть подороже, по-моему. Вот такой творожок взяли. Ну, такой мы любим. Я взяла нам и бабушке. Бабушка у меня тоже. Мам, ты же любишь, да, такой творожок. И бабушке взяли. Может, вечерком покушаем. Сейчас кушать вообще неохота. Хотя он такой холодненький. Лиза у меня любит такие. Борщ. Борщ. Ну, я, наверное, буду что-то есть такое. Яшкина. Вот это мы все время берем. Антошка вообще его это греет в этом духовке. Ой, в печке, в микроволновке, да.
очень вкусно получается. По шоколадик тает. Такое мы ни разу не брали, но я его и не видела. Печенье, апельсин. А там, конечно, какая с другим вкусом. Ну да, Яшкино было с другим вкусом, а с апельсином вот я не видела. Взяли две. А сертаки взяли, потому что я хочу, может быть, это салатик сделаю. Так, что еще? Вот эти шоколадки я им взяла разные. Вот это йогурт черника, она вкусная, даже мне нравится. Вот с орешком, но я вообще люблю орехи. Я везде люблю орехи. Ну как, везде в шоколаде. И вот такую взяли, она там 169, по-моему, рублей. Пока что не поднялась, не подорожала с этим. А что? Арахис? Ага. Арахис. С арахисом. 169, ну какой-то листочек уже прилетел. А, да, и вот эти пряники. Пряники мы берем часто, и белые, и черные. Они вкусные, ничего не могу плохого сказать. Водичку Пилигрим взяли, а еще сок я брала. Сок Шаполищу. Да, сок еще был. И сметану, смотрите, взяли вот Простоквашино, тоже в КБ, 15%. И у нее цена 54 рубля. Я считаю, это вообще очень недорого, прям демократичная цена. Считаю, за 15%. Так она действительно до 27-го. Но она у нас раньше уйдет, конечно. Меня очень любит Антон сметану. И сок взяла. А? Да, да, он прям ложками ест сметану. И взяла фрутмотив, что ли, называется сок. Нету? Ну, значит, я не знаю. А, он, может быть, даже и в машине. Я в багажник его, потому что просто так ставила. Ну да, потому что он не помещался, и я его так поставила. Вот. Так что, ну вот и все сейчас. Это мне Денис захотел холодненького, тоже надо ему в холодильник убрать. Сейчас будем борщик кушать, мамочка приготовила. Или кто там, дядя Юра готовил? О, вкусняшка. Все, будем кушать, будет что еще, поснимаю. Ну вообще жарко, на даче тоже жарко. Сейчас я пойду, друзья, переодеваться. Сейчас здесь вот начинается глобальная тотальная уборка. Они на чердаке немножко разобрались, там свекор и Антошка лазили, повытаскивали. Но здесь что выкидывать будут, что не выкидывать будут, не знаю. Но пока что вот так вот. Вот, значит, что еще? А, хотела, знаете, что сказать по поводу дыни, вот, которую мы брали, я рассказывала, показывала. Они такие сладкие, такие вкусные, я давно уже такие дыни не покупала. А мы же ее всю не смогли съесть. Ну, естественно, да, она там огромная. А на следующий день она еще лучше стала. Она стала сочней, она стала слаще. Ну, как-то прям так это интересно получилось. Здорово. Я что хотела показать-то? Помните, мы с вами смотрели в теплице? Сейчас там жарко, прям душно, не могу. Сейчас там все еще выросло больше. Лук вроде поднялся, потому что до этого, когда вот был такой вот ураганчик, да, здесь еще на даче град был, оказывается, у меня мама была на даче, она сказала, видите, лук как повалило, но встал. Я думала, он уже не встанет. Так, ну помидорки-то это понятно? Так, сейчас. Вот, смотрите, какой он большой стал. Вот не помню, в том видео я спрашивала, не спрашивала, и что-то у свекры забыла спросить. Висит йод. Вот. И там йод внутри. Вон там висит здесь. Зачем, не знаю, но здесь прям йодом пахнет. Вот какие ведерки хорошие. Так, смотрите, видите, огуречки такие уже вытянулись. Надо будет, я не знаю, сегодня полить нет, но, в принципе, земля влажная. Посмотрю, может быть, вечерком полью. В общем, они вот такие вытянулись. Сейчас посмотрим, огуречки-то хоть есть. Перец мы уже срывали. Перец сладкий. Ой, маленькие огуречки, смотрите. Ой, ты маленький такой. А здесь еще меньше. Вон он, такой карапузик. И здесь карапузик. Ну, есть огуречки. Так, кстати, лучше сажать, чем мы вот на земле просто сажали. Они стелились. Они вот сейчас поднимутся и будут свисать. Ну, как я видела у некоторых видео. Посмотрите, какие малыши. Ой, это что-то маленький, тот маленький. Не знаю, наверное, им жарко тут. Вот этот вот неопознанный цветок с шипами, это баклажан, оказывается. Не знаю, как он сюда затесался один. Может, специально посадили. Вот в этом были перцы. Но, видите, уже весь пошибали. У меня Антон любит перец. Вот это, по-моему, тоже перец. А вот этот перец... А я снимаю. А, господи. Лиза, а вот этот красный перец... Да. Потому что листочки-то вроде перца, но они круглые какие-то, похожи. Вот перец
Помидорки. Где? Чили? Угу. Тоша один сорвал, он не очень чили. Даже но вообще никак не чили. Но я ему тоже говорю, он не дочилил. А там баклажан. Вот этот баклажан, да, вот этот? Ну вот, я уже сказала. В общем, с того куста перца мы поели. Антоша поел, Мише дали. Так, а этот вон длинненький такой растет. Перчик. Ой, красный прям. Красный. Я... Да, Лиз, вот я не пойму, что ой, это. Я не видела. Так я у тебя и спросила. Я говорю, это что, перец? Ты говоришь, да. Ну нет, везде перец. Здесь только вон один. Так, а листья тоже, кстати, перечные. Не помидорные листья. Ну нет, да, я говорю, здесь везде перец. Я еще не мог посадить. А как у него кабачок туда, баклажан попал? А это, может, он так сам посадил. А так нет, потом перец. Беженцы какие-то, может, остались эти росточки. Или беженцы? Вот эти вот помидоры. Они проросли, а так здесь перец только. Я вот что-то не пойму, почему здесь, смотри, какие хорошие, а там два плохих. Здесь, наверное, все-таки воздух проходит, а там, наверное, совсем жарко. А ты не узнавала, зачем вот здесь этот йод? Дезинфекция. Дезинфекция? Ух ты, я даже не знала. Но это он первый раз, да, так вот делает. Ой, помидорки повылазили. Ой, тоже есть. А, здесь вот. Ай, такие малюськи. Здесь медь. Где? Черри будешь? Черри. Они еще не дозрели. Ой, очень маленькие. И все. Да, все. Ну, а, ну вот еще перчик появился, вот, да. Вот он. Помидор. Что-то как-то интересно, да? Там перец, здесь перец, но я имею в виду плоды. А? Помидоры вон пошли так же, а тут... Не, ну это уже, смотри, большие можно, в принципе, срывать. Помидоры-то еще нельзя. Ну, все равно тоже так интересно растут. Ну да, интересно. А здесь хотела просто вот показать. Смотрите, какой. Листья-то от перца, он, видите, круглый. А здесь, ой, как помидором запахло. Потрогала, не потрогала, вот он стоит. И прям пахнет. Вот, смотрите, какие. Вот что это? Люблю, когда пахнет помидором, вот эти вот травкой вот этой помидорной. Вот, в общем, вот так вот. Так, что, где мы с вами еще не были? В общем, джунгли, джунгли, джунгли. Так прикольно получается. Фу, я не могу, здесь веника не хватает, чтобы попариться. Днем мне сказал, вечером тоже поливал. А, днем поливала. А вот я поэтому и посмотрела, думаю, поливать, не поливать, потому что земля-то вроде влажная. А Лиза говорит, дедушка попросил полить. Ой, я не могу, Лиза, здесь очень жарко. Еще очень много муравьев, прям вот эти их кучки. Да, Лиза говорит, весь участок в муравьях, эти кучки муравьиные. Не знаю, у нас никогда... Ну, были, да, как-то? Там где-то такой что-то муравей, потом где-то стали выкапывать, а там... Ой. До хрена муравьи, у Мишки муравьи. У Миши тоже, да? Да. Коммунальная квартира у нее. Ну да, вон они там ползают. Да, что-то как-то размножились они. А они вот уже и здесь, вот я видела, бегают. Вот здесь? А, вон дырки. Да. Да вон, 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 там везде дырки. Ну, что-то я говорю, они размножились в этом году. Ой. Фу. Так, девочки, жарко. Миша. Миша, вольер хотим делать. Так вот, по кругу вот этой ее клетки, вольер. Ну, чтобы она по травке бегала. Места ей побольше, и в травке будет ковыряться. Сегодня мы с ней поиграли, она немножко вышла из вольера, вот из этого. И мы с ней немножко поиграли. А потом она зашла и стала перец есть. Там велосипедики. Так, а это я даже не знаю, куда это все девать. Но этим они будут перекрывать крышу на домике на этом. А это все не знаю. Но вот это вот мешки под строительный мусор, потому что они будут строить дом. Вот, оно пойдет под строительный мусор. Вот, цветы посадили, я не видела. Вот эти, видите, в горшочках как... Горшочки, интересно, какие? Железные? Ага. Ну, нормально, нормально. Все расцвело. Вроде здесь не были сколько мы, дня 4, наверное, или 5. А все такое расцвело. Маманька моя.
Денис там что-то ногу чешет. Так, а здесь что у нас изменилось? Да ничего не изменилось. Я просто не помню. Я тогда обещала сходить сюда с вами. И не помню, ходила или нет. Блин, боюсь, здесь дырки. Это тыква. Вот она уже цветет. Фу, подкормка. Видите? Яйца. Это щавель. Это была терн, по-моему. Ну, тоже вот болеют, тоже вот вся в оспинах. Хотя вот новые пошли, но я не думаю, что они выживут, тоже на них оспина перейдет. Чеснок. Вообще, я думала, вот это вообще какая-то трава, когда она поменьше была. А свекор приезжал, ну вот в тот раз еще, он говорит, это салат, вот это салат. И вот этот салат, ну вот это да, это похоже, я вижу, что это салат. А это, я говорю, больше похоже на щавель. Он говорит, нет, салат. Ну, трава, трава. Сегодня, может, салат сделаем. Я этот купила. Дальше. Что? Там по краю малина. Ой. Недостаточно памяти. Ого. Ну и земляника. Сейчас немножко покажу. Телефон у меня недостаточно памяти говорит. Этот маленький лучок, наверное, сивок. Что-то он как-то зарос. Я, наверное, сейчас его это пропалю. Помогу я им. Ну и вид, да, будет уже более-менее другой. Мы сюда вообще редко. Очень много этих комаров.